Ну, то поехали так еще раз. Не надо никогда ничего экономить, понимаете? Хуже всего, когда женщины экономят. Вы девушки, вам папа с мамой покупают. Когда вы выйдете замуж, пускай муж покупает. И экономить не надо. Молодая, красивая женщина, пусть покупает. А не покупает, его проблемы, пусть работает. Так я обучаю своих детей.